Привет, дружище, привет, мой подписчик. А если ты еще не подписчик, то возьмись, елки-палки, и подпишись. И да, у нас наконец-то сегодня какая-то другая игра, и это достаточно неплохая новость, потому хочешь видеть побольше других игр, то елочки-палочки, бери, быстренько подписывайся, и все у нас будет хорошо. Лайк там поддержи, да, вот, лайк княжеский, комментарии, давай попробуем продвинуть это видео вперед, я буду весьма благодарен. Как обычно, расчехляй редиску, нарезай помидорки, заливай все майонезиком, кушай, чтобы было тебе приятно, и сегодня поговорим о самом моем любимом когда-то жанре игры. Когда-то еще далеко, когда не было далеко, давно, когда-то давно, когда еще не было смартфонов и компьютеров персональных особо не было, они были, но у некоторых ребят у меня не было, и потому я прогуливал уроки в интернет-кафе, в так называемых прокатах, мы собирались там с пацанами, деньги, которые давали родители на обеды, мы тратили именно там, и играли в Warcraft Frozen Throne, и там еще были какие-то в Warcraft карты, вот, самодельные от каких-то игроков, мы их качали, и ты на этих картах по сети, по локалке мог с пацанами играть в Tower Defense, крутые Tower Defense, то есть ты на одной карте находился, и каждый защищал какую-то свою определенную зону, и от каждого, скажем так, твоего напарника зависела судьба той компании, вот. Ну и сейчас на мобильных телефонах огромнейшее количество Tower Defense, не знаю, они популярны или нет, будете ли вы это видео смотреть или нет. Вот я один из этих Tower Defense нашел, кстати говоря, я не знаю, как она называется, в названии напишу ее название. В названии название напишу, да, в названии видео название напишу. Вот, и я в нее уже поиграл, это не то, что там какие-то геймплейные первые несколько минут, нет, я в нее поиграл, могу вам рассказать и заодно как бы поковыряться в ней. Как обычно, это донатная помойка. Вот так вот. Масло масляное. Ну, почему донатная помойка? Ну, free-to-play, ребята, мы к этому уже должны привыкнуть, но, в принципе, тут поначалу можно и без доната играть. Может быть, тут и вообще можно без доната играть. Но просто дело в том, что разработчиками прям всеми силами пытаются из вас выудить копеечку. Ну, труд должен оплачиваться. Давайте сразу пробежимся по некоторым вещам. Это, конечно же, возможность прокачки ваших башен, и они у тебя не становятся сильнее в катке, ты просто прокачиваешь здесь возможность прокачать в катке башню, чтобы она стала сильнее. То есть тут так вот устроено, достаточно сложная тема, ну а что тут поделать, сейчас у меня особо бабулесов нету. И как бы ты просто прокачиваешь возможность улучшения башни в катке. Дальше можно еще свой замок улучшить, чтобы он там оборонялся, отстреливался, вот это вот все. Проходишь кампанию, зарабатываешь валюту и все это дело прокачиваешь. Это тебе впоследствии дает возможность более легким путем пройти как бы очередной уровень. Тут у нас есть всякие усилялки, давайте возьмем усиливатель, не знаю, дохода, дальше тут уже как бы за кристаллы, да, то есть за донатную валюту, но в принципе она на халяву мне капает, я ее использую очень редко, но метко, эти никакие усиления больше брать не будем, ну давайте, друзья, начинаем. У нас будет первая каточка, тут замок, который мы обороняем, все стандартно, у нас 4 вида башен, опять же я говорю, что они поначалу ты их ставишь, они супер слабые, но прокачиваешь там возможность их улучшать. Так, давай попробуем. Но тут я по-любому буду проигрывать. Давай сразу на перекрестке поставим вот такие вот массу урона башни и полетели. Я думаю, что записать серию, наверное, Tower Defense. Надо постараться какие-то и другие игры для вас записывать. На некоторые игры у меня даже есть лишние ключи. Ну, точнее, одна игра есть, Beep. Это я уже месяца два назад ее должен был записать, когда там рекламная кампания проходила. Но у меня вроде есть два ключа, и я могу с вами этим делом поделиться. Тут есть замедление, опять же, да, типа по таймингу идет. Давай вот так вот делаем, и давай вот так вот делаем. Ой, у нас тут даже музыка какая-то есть, я не знаю, вы ее... Надо, знаете, надо ее сделать вам погромче, друзья, чтобы вы прониклись атмосферой.
У нас тут уже идет следующая волна. Видите, мы можем тут башни улучшать. Их еще коцают, нам нужно их чинить. Это сложно, это грустно, это печально. Но, опять же, если сейчас полетят какие-нибудь воздушные силы, то у нас будут, конечно же, большие проблемы. Хилим все это дело, улучшаем. Здесь мы тоже улучшаем. Ну, пока что все хорошо. Но потом трудности начнутся, поверьте. Далее. Сюда давай уже начнем выставлять вот эти штуки. То есть такие точечные будут прицельные удары. Так, выпускаем следующих юнитов. Есть юниты, которые просто сразу ваншотят твою башню. Это вообще грустная печаль. Вообще долгое вступление у видоса получилось. Но вы, ребятушки, вы уж извините. Та-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Так. Ну, в принципе, мне игра нравится, но тут сложно. Тебе нужны ресурсы добывать, да, которые непонятно как добываются. Ну, за прохождение ты их получаешь. И ты эти ресурсы должен тратить на прокачку башен. На то, чтобы у них появились улучшения потом в катках на уровнях. Потому что у тебя может быть целая куча денег, тебе будет некуда тратить, потому что. Ну вот потому что. Кстати, я сейчас вот нифигово лоханулся. Мне надо поставить чувака, который будет в воздух долбить. Ну и, короче, сложно все. Ребята, ты должен проходить все это дело, добывать золото, за которое ты будешь прокачивать возможность улучшить башню. Уже если ты этого делать не будешь, то будет грустно. Ты как бы, у тебя здесь на уровнях будут бабки откапливаться, да? А ты как бы, и все, ты ничего не улучшить, ничего не можешь. Вот сейчас, конечно, очень жестко я лоханулся, вот пока с вами балаболил. Это плохо, но, в принципе, пока что у нас есть броня у нашего замка. Так. Вот. Замедления нету. И они снова тут все приперлись. Давай вот так вот делаем. Не знаю, что. Ой, ты ж жестко-то как. Сейчас броню снимут. Посмотри, твари, их и не убить. О, я уже начал проигрывать. Ну, как бы такая катка, я с вами была болью. Тут все понятно. Давай еще поставим. Улучшаем. Ну, баллисты эти, арбалеты, они долбят, конечно, только по наземным целям. Ну, а что делать? Так. Можно, не знаю, лучника поставить. Он такой самый слабый, беспонтовый, но все равно, я думаю, какую-то свою непосильную ношу он дает в прохождении всего этого дела. Так, короче, ребятушки, если что, эту игрушку можете качать, если вам нравится Tower Defense, ну, потому что я на нее завис, да, пару дней в нее поигрываю, может быть, мне надоест, но, ну, в любом случае, после этого видео я буду искать какой-нибудь новый Tower Defense, который можно было бы обозреть. Вот, смотри, вот куда они пойдут? Направо, это, мягко скажем, плохо. Ну, хотя нет, я справляюсь, давай выпускаем следующую волну. Да, и тут, знаешь, можно, конечно, все свободные места заложить башнями, но, мягко скажем, это не всегда спасает. Вот. Потому что тут надо золотую середину искать. Между тем, как улучшать башни и ставить новые. Да тут что-то... Давай уже, хочу ее обновить. Вот. Улучшаем. Вот сюда можно башни поставить. Он будет цеплять сразу две стороны. А там, смотри, мы снова упираемся. У нас снова проблемы. Давай замедление использовать. Ну, тут вроде справится. Так, улучшаем. Все улучшаем, ребята. Все, что можем, улучшаем. Выпускаем следующее. Так, у нас тут летающий. Летающий фигачит. Давай. Давай немножко поможем. Ух ты. Улучшаем. Что-то долго мы его долбим, конечно. Да, и нам еще где-то здесь, на самом деле, не хватает. Думаю, здесь тоже пригодится такой вот чувачок.
Так, давай. Улучшаем. Так, это мы улучшаем. Ну, слушай, пока что держимся, но еще волн. Волн, ребят, на самом деле очень много. Я еще успею проиграть. Так. Что-то денег мало. У меня вроде доход должен быть повышенным. Так. Вот, смотрите, тут доходишь до такого улучшения, что теперь у меня вот этот чувак, он будет бить только воздушных юнитов. Ты там становишься перед выбором, или делать его чисто по наземным, или чисто по воздушным юнитам. И это, конечно, грустно. Так. Ну, давай. Воздушные летят. Ну, с ними... Хотя они, считай, летят напрямик, но с ними мы должны справиться, ёлки-палки. Давай, давай, давай. Бабки, бабки, бабки. Улучшения нужны. Так, мы вот этого чувачка можем улучшить. Эй! Что так грустно все происходит, а? Как-то мы не справляемся, друзья. Как-то мы пипец как не справляемся. Ой, какая задница-то, а? Замедление, мне срочно надо замедление. Твою мать. Твою ж дивизию. Так, давай вот так вот. Лучник накидывай, все накидывай. Ну, нормально, кстати, денег накопилось. Так, что мы? Вот это все не можем улучшить. Твою ж дивизию-то, а? Давай быстрее, ребята. 58 монет надо. Мы что-то никого убить не можем. Давай-ка замедлим всех. Но нам даже сейчас замедление не поможет. Эй! Ну что за фигня-то, а? Улучшаем. Что так грустно-то получается? Жестко, грустно. Так, денег нету. Главный замок долбит. Это тут мне повезет, если я хотя бы на одну звезду это все дело пройду. Так. Эй! Бабки. Так, надо улучшать, надо все улучшать. Так, улучшаем. Снова бабулесы закончились. Так, это мы тоже улучшаем. И да, надо тут, не знаю... Вот эти вот штуки всякие ставить уже. Не тормозить. Давай уже выставляем везде башни. Ох, да, если пройдем, то, конечно, это супер повезет. Давай! За родину! Так. Ну, короче, везде башни поставил. Так, везде все улучшаю. Надо не забывать чинить, иначе могу башню просто профукать. Так, ну вроде бы как получается, друзья. Так. И деньги есть. Давай, давай. Ой, сейчас. Сейчас тут все жестко будет.
Да, надо было все-таки застраивать башнями раньше. Он сейчас, смотри, уперлись. Деньги растут, а толку мало. Улучшать нечего. Буду, считай, только чинить. Ой, эти хотя бы напрямик не идут. Может быть, сейчас другие башни прокачаются. Там же ты просто, когда захочешь, улучшить тоже не можешь. У тебя башни должны прокачаться, понимаешь? Вот. Так, блин, а мы еще даже не близки к концу. Так, это улучшаем, все улучшаем. Улучшаем, друзья. Все чиним. Ракеты выпускаем, блин, замедление. Не, справимся. Замедление оставим на более сложные волны, так. И что мы тут можем улучшить? Окей. Да, тут я, конечно, лоханулся. Ну, что ж тут поделаешь. Зачастую он показывает один путь, а у тебя потом как бы другой путь. Так, включаю все-таки замедление. Но мне кажется, мы не пройдем. Мы конкретно тут не справляемся. О, сейчас нам еще башни будут разрушать. Пощадите. А, нет, башни вроде еще не разрушают. 18 хп осталось. Так. Так, тут что-то я могу уже улучшить. Тут могу улучшить. Ай, блин, не, это походу ГГВП, друзья. Видео у нас длится. Слушайте, записал видео, чтобы у нас было ГГВП. Да. Ну, тут я, конечно, улучшу, но мы сейчас все равно проиграем. И уничтожают наш замок. Но видите, я все равно специально прошел далеко, чтобы ребятушки вам показать, что, ну, поначалу-то легко. Поначалу легко. А потом становится очень грустно. Видите, вот эта вот валюта нужна, чтобы это все дело прокачивать. У меня этой валюты нету. И она нормально фармилась, когда я все проходил на 3 звезды. Сейчас, конечно, у меня такой халявы уже нету. Я на этом с вами попрощаюсь. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. И всем, друзья, пока!